Всех приветствую на второй части игры Shadow Warrior. Так, я тут разобрался, что надо самому сохраняться, нет автосохранений. Ну, значит, не зря я завел более сложный уровень, так как когда ты можешь в любом месте сохраниться, это всегда проще. Вот, ну из-за этого мне пришлось там переиграть начало миссии. Так как игра у меня не сохранилась, поэтому такая фигня, пришлось начать заново. Ну, я там быстро всех убил, так что ничего страшного, у меня 75 жизней, не помню про... Итак, мы в ловушке оказались, нас шпинговали какой-то хренью. Мы играем за какого-то, я не знаю, то ли агент, на кого мы работаем, я сам не знаю. А вот то есть, есть и автосохранение, оказывается, походу. Вот. На кого-то мы работаем там. И хотели купить какой-то там меч. Прям как в старые добрые времена. В Думе, в Дюке. Найти карточки. Вот. И, как мы видим, темные силы атаковали. Эту местность. Собирайте деньги, чтобы покупать обновления, боеприпасы для оружия. Нажмите U, чтобы узнать больше. Деньги 1%. Здесь деньги в процентах, что ли? А приближения нету. Нажмите X, чтобы целиться сквозь прицел. Почему не правая кнопка мыши, как мне удобно? А? Сейчас тогда настроим. Так. Здесь есть вообще... А вот увеличить. Да, пусть дополнительная атака. Где у нас дополнительная атака? Вот. Пусть центральная тогда кнопка мыши будет. Что мне так неудобно. Иксом целится. Это бред. А, деньги! Деньги, деньги, даже здесь есть деньги, это хорошо. Пулем. Я всегда не понимал систему, ну, например, вот в таких играх, как это, когда надо подбегать и обязательно жать кнопку там использования, ну, при поднятии какого-то предмета. Почему бы не упростить, просто подходишь и оно все берется. Я знаю, вроде были какие-то игры, где это упрощено. Например, вот в таких шутерах, я думаю, это лишнее постоянно подходить. Как вот раньше было открывание дверей вручную, там тот же первый, второй Doom. В дальнейшем это упростили, и уже достаточно было просто подходить, и двери сами открывались. То есть лишние эти, конечно, нажатия. Другое дело, когда вы играете в квестоподобные игры, и да, там каждое действие как бы надо самому делать. Но в шутерах могли бы это упростить. Я иду за мечом, сукин сын, ай! Господи, хуаю! Демоны! Да, оно сохраняется все, ну, на разные ячейки, но там... В общем, вот так, ладно. Так, здесь пули, патроны, ну... Ладно.
Забавно. Японские мотивы оставили. Хотя в первом Shadow Warrior, в старом, там начиналось на каких-то улицах. То ли Чайнатаун, то ли еще чего. Так, что-то я потерялся, откуда мы пришли. Мы кому-то еще что-то должны. А, мы же свой кейс, наверное, потеряли. А что, нам надо собрать 2 миллиона, наша задача? Ну вот первые демонические монстры. В принципе, стиль остается старой игры. Такой дюковский стиль. Но в отличие от нового дюка, в котором нам дали возможность два вида только оружия держать, при себе иметь, здесь вроде как так же, как и в старых частях, 9 видов оружия при себе всегда будем иметь. Туда нельзя уйти. Хорошо. Ну вот здесь двери открываются автоматически, за что им и спасибо. Так, у нас есть какой-то путеводитель или что-то в этом роде? Ну я вот знаю, что только задание высвечивается. Мы отсюда пришли? Нет, не отсюда. Вот есть автосейвинг. Брум. Против пистолета, я бы сказал. В принципе, пока что мне больше напоминает Serious Sam. Ай! Я застрял. Я застрял! Мутанты какие-то. Блин, мне нравится вышибать им мозги. Ой-ой-ой, такой тир. Да откуда у вас здесь столько, ребята? Может, мечом помахать? В принципе, доп-атака особо не нужна. Главное в сторону уходить, когда машешь мечом. Вовремя. Что за хрень? Почему он почернел? Это что у нас? Политкорректность такая? Монстры должны не только белые быть, но и черные. Отвалите от меня, твари. Сдохни. Ой! Я застрял в текстурах. Простите. Извините. Вот я Касабланка-то. Куда он побежал? Так, пожалуйста, хранюсь. Все. Конечности. Ладно. Трупы не исчезают. Хорошо. Утечка. Что? Было что-то написано? Нет? Да, зрелище не из приятных. Наш персонаж не умеет... Нет, умеет присаживаться, но не сильно.
Да, игра такая задорная, побегать, пострелять. Как я уже говорил, Сириус Сэма. Набицура КГ. Еще бы знать, кто это. Хасси как чемпиона, тут отменное перевели. Ну что, нас сейчас каким-то способностям научит? Держите любую клавишу, чтобы пропустить. Кого пропустить? Куда пропустить? А что, у меня одна жизнь осталась? Что за господин Мизаки забрать меч? ДД удерживаешь, чтобы лечить себе. Набицура Каге. Что, у нас силы бесконечны? Нет, уже не могу больше себя лечить. Благо, хоть он сразу все вытаскивает. Пули, деньги. Ну давайте мне врагов, я готов. Я проглядел, у меня, наверное, где-то было это. О, господи. Может, туда не ходить? Чё я боюсь, у меня сохранение есть. Эть. Может, здесь какие-то... Как это называется? Там... Секретка. Блин, я уже обратно не попаду, наверное.
ты, водопад. Может, и сюда и надо? Нет. Я же говорил, здесь секретка по любасу. Господи! А-а-а! Так просто ничего не бывает. Умрите, отродье, клоны бараки. Вот это вообще в маске какой-то. Вау. Сердце демона. Нажмите 8, чтобы выбрать сердце демона, хотя сердце органа, нажмите другую, чтобы убить их демона в поле зрения. О-о-о. Нет, оставим. Оставим это. Для трудных времен, когда нас зажмут. Когда нас прижмут, нам прижмут. Так, а здесь есть? Это привет, наверное, к старым, к старой части. В Дюке же там наподобие тоже, там девки были только здесь. Типа аниме. Графику решили оставить того года. Так. Еще где... Мне показалось, что дорога куда-то взяла. Или... Подъем там. Что-то я не пойму. Где забираться-то? Нет, я не отсюда пришел. Джакузи с трупами. Или это просто дом? А-а-а. Ну так, раньше же никаких не подсказок не было, путеводителей. Ну, в смысле, куда идти дальше, все наобум. Вот сейчас приходится так же. Фонарик есть. Спасибо, господин помощник. Я уже все из-за вас. До вас уже все понял, что и как, когда нажимать. Уже рефлекс. В других. Чуть-чуть энергии. Блин, а где же у меня... Наверняка где-то написано, сколько у меня энергии. Тигурно забрать Нобицура Каге. Я сейчас думал, существо какое-то там, глаза, там, ну типа лицо, это просто задом сидел. Джунгли, джунгли. Они наступают. А давайте посмотрим на эту фигню, как она работает. А, она нас сразу лечит. Вот такая вот фигня. Ну ладно. Я думаю, на этом закончим. Искать этого голема женщину будем в следующей части.
Да, всем пока. Спасибо за просмотр.